В эфире Live. С нами вы всегда в курсе главных событий. Завтрашний день объявлен в Рязанской области трауром по 7 погибшим в результате взрыва бытового газа в жилом доме в центре города. Это предложение губернатора региона Олега Ковалева. И сегодня же Следственный комитет сообщил о том, что личности всех жертв трагедии уже установлены. Заведено уголовное дело. Прокуратура проверит работу котельной пострадавшего дома. Напомним, взрыв бытового газа произошел на верхних этажах высотки на Первом осеннем переулке ранним утром воскресенья. Супружескую